Всех приветствую, самый что ни на есть колющим образом. Сегодня у нас на обзоре такой кинжал из мира Варкрафта. Я думаю, тем, кто в теме, объяснять, что это такое, не нужно. Тем, кто не в теме, можно рассказать. Это кинжал Гароны, который подарила королева. Гарона — это метис, орка и человека, для того, чтобы у нее было право защищаться, потому что для орков война — смысл жизни, смысл существования и краеугольный камень бытия — именно война. И именно этим кинжалом, она зарезала короля Штормграда для того, чтобы стяжать неувидаемую славу в Орде и со временем послужить инструментом развала этой Орды. С точки зрения этого кинжала в человеческой интерпретации могу сказать следующее. Вещь получилась очень удобная и, несмотря на свою фантазийность, очень практичная. Вот это отсылает нас к керамбитам подобного рода. Это можно использовать таким образом для вот такого хвата. Круглая рукоять, несмотря на то, что она считается не очень неудобной, решена очень грамотно. Мы выбрали здесь вот такие пазы, и сюда идеально встает палец. Ну, само собой, конечно, цельнометаллическая рукоять, она исключительно под перчатку, это понятно. Но даже если что-то случится, то есть вот эти вот насечки на рукояти, они позволяют максимально жестко и четко удерживать кинжал со всеми вытекающими отсюда последствиями. Орочьи руны, все здесь есть. Мы постарались полностью копировать тот кинжал, который был в кино. Ну и снабдили его еще вот такими ножнами. Но оружие орочье, поэтому все нарочито брутально, со всеми вытекающими отсюда последствиями. Спасибо за то, что вы с нами. Всем правильных фильмов, хороших, нужных и книг. Это самое главное. Значит, нужные книги ты в детстве читал.